сейчас едем на пляж Леди Смайл какими-то объездными путями, потому что сам пляж, он находится... Дорога, точнее, к пляжу, она проходит через грунтовую дорогу, то есть ее нету. Нас вот ребята везут и показывают, где есть асфальтированная дорога. И вот мы первый раз видим такие высокие деревья. Да, тут недалеко от Лимассола и немножко вот такой, немножко, очень отличающийся вид. Очень много деревьев, такие высокие, непривычно. Мама, это наши друзья там? Да, да, Михаил и Матвей. Вот, так что мы едем. Тут еще выше деревья. Прям вот такой лес. Реально лес. Хотя сам город уже такой становится потихонечку выжженным солнцем. Это, наверное, военная база. Маш, снимать нельзя военную базу. Блин, Миш, что ты за зануда такой? Правила? Нет, серьезно, нельзя. Вот. Вон знак, выключай, пожалуйста. Ой, все, выключи. Тоже очень красивый вид. Классно так смотреть. Получается, вот этот маленький домик, это у нас новый отель. Называется он... Как же называется, Миша, помнишь? Казино он называется. Вот, я вспомнила. Его вроде еще не открыли. Ну, посмотрим. Едем дальше. Я видел, как сюда истребители запускаются. Я уже была тут, но заезжала с другой стороны. Мне тут очень понравилось. Тут, кстати, есть такие специальные площадки, где можно кататься на парусниках с колесами. Вот. Мы все с нашими друзьями. Мне кажется, там такая же дорога, вот абсолютно такая же, просто менее красивая. Вот такой вот вид. В тот раз не могла снять, когда к нам приезжала мама Юля, потому что я была за рулем. А сейчас я на пассажирском сидении. И мы в Великобритании. Да. И, кстати, у мамы Юли... У мамы Юли, у нее часы автоматически перевелись на час вперед. То есть, видимо, как-то телефон сработал. Вот они перевелись на другое время, на время Великобритании. Серьезно? Да, да. Вот такая вот прелесть. Я сейчас нахожусь в туалете. Вот такая вот красота. Туалет сам показывать не буду, но тоже все очень... Прикольно. Дорого-богато. Вот так вот. Вот, уже вышла из тайной комнаты. Иду к нашим лежакам. Видимо, мы в тот раз были не на Леди Смайл. Есть батуты для детей. Диджей, видимо, приехал. Здесь ее немного. Так. Мы, к сожалению, или к счастью, не в самой гуще событий. Есть душ. Что еще? Песочек такой. Тоже чистенько все. Так что, наверное, приедем сюда еще раз. Да. Ну все, мы уже нашли место, где прилечь, и обсуждаем фильм «Русалочка». Мы вчера ходили на семейный показ фильма на русском. Фильм называется «Русалочка». Мне, в принципе, понравился.
все нормально. Михаилу так себе, очень много недочетов. Короче, он... Злая эта осьминожка не улыбалась, которая, когда она могла ехидно так смеяться во время всяких тяжелых сцен, там сделала такую ехидную улыбку. На это я сказала, что ей вкололи ботокс. Ну, может быть. Ну, короче, мимика как-то страдает, главная героиня как будто не доигрывает, она вроде улыбается, но ей как будто... Извините, пофигу. То есть она как будто, блин, ну не верится, что она в него влюбилась, чего... Ну, короче, не знаю, мне как-то прям... Короче... Такое ощущение, что неискренне немножко. Ну, посмотрели, второй раз я точно не буду смотреть. Здорово, что на большом экране увидели этот фильм. И лучше... для меня большая была проблема, когда под водой плавали, я не могла сфокусироваться на каких-то... на какой-то красоте моря, океана. И все у меня прям летело, как будто такая... Ну, слишком быстро менялись сцены. Но на это нормально, не знаю. Но мне я, кажется, наоборот, хотела насладиться красотой подводного мира. Лучше посмотрите фильм 97-го года, мультик «Анастасия», который выпускал Дисней. Он офигенно снят. И это гораздо лучше, чем «Текущая русалочка». Вот. Так что у нас такое впечатление осталось. Но все равно спасибо, что вот создали такой фильм. Ну, что-то творение. Ни одной песни оттуда не запомнилась, кроме основной. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. И то такую мелодию, потому и что я в Дэнди играл. И почему там две? Там вот песенка краба и песенка русалочки. Ну, это то, что было в детстве, мелодия из Дэнди. Ладно, мы пошли отдыхать дальше. А вот такие батуты тут. На вход 5 евро для детей. Вот наша девочка там, наша Иночка. Я не вижу. Вот она вот там. Вот, сейчас она прыг. А, вижу. Да. Сейчас попробую увидеть. Ина. Не видит нас, наверное. А, вот, увидела. Так что тут такой прям батутный центр. Здорово. Все, мы собрались всей компанией. У нас 12 человек. Есть уже даже стулья тоже наши. Есть детишки, которые играют, музыка, но вода для меня еще холодная. Так что, может быть, я к вечеру наберусь смелости и тоже сделаю заплыв. Можно посмотреть отсюда, кстати, Лимассол. Душ есть, все прекрасно. Вот такая вот красота. Рядом со мной. Девчонки наши. Какая красивая Маша. Маша. Едем навстречу солнцу. Фламинго там есть? Мне кажется, они весной прилетают. Это уже территория Великобритании. Все еще. Все, солнышко садится. Инна, не выходи, хорошо? Сидите, вы пристегнулись правом. Сидите красиво. А что у меня? Коровы! Они дикие? Ой, какие бычки! Инна, не высовывайся. Ой, сколько много-то коров. Пасутся. Ой, еще вижу двоих. О, я тоже вижу. Ой, одна сбежала. Ой! О, там ослик прыгал. Ой, буренка. Сейчас не надо.
помедленнее. Ой, с сережками какими. Много-много коров. Привет, коровка! Жвачка. А это ослик у нас? Да, это ослик. Привет, ослик! Красота какая. У нас вот арбуз еще. Я его все время тащу с собой в сумочке. Так, осел как у нас еще раз будет? Раи-тураки. 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 Раи-тури. Ой, гусь. Гусь. И бычок. Белый там. Смотри, он меня футбол. На море? Да, да. Он съели всю птицу. Еще какие волны сильные. Какие сильные волны. Ну, какая сильная. Мы просто плавали, а таких волн у нас нету. И потом, когда вы пришли... Это у нас курион. Лучше открывать, это очень... Там коровки, по-моему. Здесь тоже так? Я не вижу. Здесь всего так красиво, мне нравится. А там у меня море. А у меня сено белое-синее. Это сено. Это заворачивают сено в такие мешки. Сейчас на Курионе.